я бы вам рекомендовал следующий заголовок. Триумфальные гастроли. Это же вам не лезгинка, а твист. Я тебя еще раз встречу, все ноги выдерну. А, Макаровна, как вы можете так обращаться с клиентами? Нехорошо. Вы же талантливый человек. Уж не знаю, что вы от меня хотите. Поверьте, вы слишком замахнулись. Это мне свойственно. Товарищи, садитесь, пожалуйста, устраивайтесь. Вас сейчас Клавочка обслужит. Не сомневайтесь. Народ хочет разобраться, что к чему. Где этот чертов инвалид? Не шуми, я инвалид. Блохин? Ну, она бы меня полюбила. В купе под диваном лежала она, костлява, без зуба, без брова. Что, фонарем? Это очень яркий финал.